Что тут было? В шестом классе подруга из класса попросила помочь ей с компом. Я пришел такой, иду руки мыть. Захожу в комнату, а она голая стоит с волосатой пиздой. Ебать, пришлось ее выебать. Потом пришла ее мамка, и начался полный джунгл бел. Сука. Ролик. Ну, как бы, просто, блядь, без комментариев. А как Вивер сдох, его же забрало. Ебать, прилетел. Он, наверное, в кнопку зажал пяткой. Сука, ну кто в доту играет, жиза? Но мне действительно нравится стримить без вебки. Это просто вопрос, не знаю, личного комфорта и комфорта для меня как стримера. Мне так удобнее. Рейнард, мы на как войне. Как же папич? У папича сиськи, он заманивает именно на стрим. Таких, как я, мальчиков, которые еще не определились, что им больше нравится. Норки или горки. Это Блэк Пиробласта, что ли? Во, нереально крутой чувак, это... Вообще просто Сильвернейм, это вообще просто бомбический чувак. Бля, буду с ним в реале познакомился. Настолько спокойный, настолько прям вообще офигенный. Вообще офигенный тип. Мне чё, встать, блядь? Мне чё, встать, блядь! И урожай на этой грядке 7 сантиметров. Ёбаный в рот, да как так-то, а? То есть он вырос на 2 сантиметра. Каким же будет урожай на третьей грядке? Блять, так это не конец! Рисует Настя. Вот, то можете искать этот паблик, может даже закат. Вот, так, тебе нравится? Блять, сука, пизда! Да, мне охуенно нравится, Настя. До свидания, ГГ-минус канал, блять. Так, заблокировать. Тебе надо. Блять. Блять, из всех сообщений он открыл именно одну. Понимаете, вот, блять, вот одно он открыл сообщение. Вот, ну как на стриме, ну как ты это допустил, блять? Пожаловаться. Порнография. Понял. Ну на крыше. Чё на меня чел бежит? Или ты лёг ты? А нет, ты не. Нет, ты. Нет, нет, я далеко, ребят. Я далеко. Я в свитере. Бегу, но мне я... похуй. Сейчас я на квадрике. Нокнул его. Я красивый, я в свитере. Который? Моего? О, Димон! А! Я упал. Я упал наверху, наверху, наверху. Мне сползает. Опять наклепали. Добивает засранец! Нет! Да блин, у меня и патронов не было. Суки! Ну случайно я упал. Вяло, нечего не получилось. Кто виноват? Я что не встал? Или она? Суки. Он сказал, ну, не клепайся. Предложил бы ей пойти помыться вместе под душиком. Это. Фига! Фига, Нео, сделайте клип. Уже потом. Комната. Уже потом, блять. Fortnite-то не зря запустили, блять. Лоу. Йоу, стали командикутыкабанн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 икутыкаб
кто там рыпанул. Я не ожидал, ебать, такой. Нормально дал, брат. Ой, ебать. О, блядь. Побежали, блядь. Опа, блядь, замансил, блядь. На тебе, блядь, сука, полодосная, блядь. Дальше, дальше, блядь. Call of Duty VR, блядь. Блин, это довольно свежий труп, кстати. Ля какой. Раздеть даже можно было бы, наверное. Последние блядь, слова. Я Андрея. Отвечаю вам
сука, сколько Мэдисону лет? Почему он не стареет? Он всегда сексуальный. Уже, я не знаю, я его смотрел, я Мэдисона, блядь, смотрел, когда мне было, я не знаю, мне кажется, я вообще был пиздюком. Сколько ему лет? Он вообще, он стареет, нет? Или он, блядь, как Ленин, он вообще, он меняется, нет, этот человек? Когда-нибудь он вообще, он ты сексуальнее. Сейчас я тебя забаню. А, ну ладно, Настенька сказала, тогда ладно. 54 года, 69, 30+. Вы, блядь, определитесь, сколько? Мэдисон всегда сексуален. Спи спокойно. ПКД просто. Так она, Даша прекраснее. Что за жесть? Немножечко оглушили, и, сука, надо его немножечко размять, а то он что-то... А, убегает, хорошо. Сейчас вертуху красивую пропишу, чую, парни. Все. Прям чуйка у меня на вертуху появилась. Вот. Дружище! Ты уже должен быть в больнице! Больно, я привыкаю снова просыпаться одна. Мне больше не больно, больше не больно. Поверь, это не слезы, это просто вода. Какого? Мне больше не больно. Змнолит. Ох, блять. Больше не больно. Сейчас сметану посмотрим. Ой, сметана упала. Она уже умерла. У меня умерла сметана, ребята. Помянем. Господи, дай бог здоровья сметанки. Кабанская, кубанская буренка. Как родная была. Всю жизнь ее знал. Пресс F, блядь. Сука, не могу. Сметанка. Густая, знаете, какая. Я ее знал целых 5 дней. Короче, ладно, окей, блядь, сука, обожаю вас. Окей, ладно, мы будем сегодня хоронить сметану. Ты была мне верной подругой. Мы прожили с тобой целых 20 дней. Я за это время реально к тебе привязалась, но ты решила предать меня и уйти от меня. Это очень грустно и обидно. Прости меня. Я сделала все, что смогла для тебя. Прощай. Все желающие можете кинуть. Ща, блядь. Ща покажу, что там в чате написали. Смотри, чекай, блядь. Щепотку. Блять, что с головой у этой девушки? Это, видать, человек, который случайно на трансляцию СНГ комьюнити зашел и как бы вообще он не понял, что происходит. Успокойтесь с миром, дорогая сметана. Рафан поминки, дай бог тебе здоровья. Господи, дай бог здоровья. Я не знаю, что говорить. Я не знаю, что нужно говорить в таких случаях. Жрать ее надо было. Открываем абсолютно все виды шоколада. Так. Благо, они не пропадут, потому что у нас есть такой человек, как Вика Картер, который просто как самосвал сожрет все. О, плюс конфликт. Так, Пакман такая, вака-вака-вака-вака, все, что в ноутбуке кладется, она все сожрет, отвечаю. Это шоколадка! Я люблю шоколадки! Ебать. Я не самосвал. Я... Смерть. Аутист. Ля какая. Рот ебал, Флешка. У тебя лута как дерьмо ебаного, а ты с ебучей массинкой бегаешь. Сука, ты совсем ебнулся. Возьми ебучий кавалер и воевать. Как ты с Масенькой уже всех заебал. Еще, блядь, одел чела, взял калаш и пошел за дикого. Ты уебан, что ли, иди пиздец. Кот сгорело, блядь. Спасибо большое. К нашему сеансу. А может, не то, что сделал, чтобы меня вставили? АСМР. АСМР.
Блядь, я не понял. В маске слюни. Я не понял. Это что, типа, пародия сделать СМР, что ли? Вы, если не умеете пить чай, блядь, не портите сахар. Блядь. Даже путешествие, знаете, вот это вот пресловутое понятие, типа, тебе надо обязательно побывать, блядь, в Греции, просто пиздец. Да ты выйди хотя бы нахуй из города ебаного на природу, блядь, просто выйди. Все, никакой Греции не надо, там березка одна стоит, ты ее подойди, обними. Серегу Безрукова с другой стороны встретишь заодно и природой, блядь, проникнешься, вдохнешь вот это все. Тебе березки шумят. В Греции ему надо, ебаный наш, отдохнуть тебе надо. Березки. Принимайте ящик снабжения. Бля, мне так нравится, когда люди с серьезными щами играют. Я думаю, надо репорт. О, Саша, моя любимая игра. Жилет не проебал. Представляешь, я чуть хуёв не насосал. Нормально. Павлин ебучий, ля нахуй, ты посад. Не позвонила, не открыла и не спала. Почти дышала, но забила на твои слова. Опять мне кажется, какого, что блядь? Кружится моя голова. Мой маме ладно, я не права. Поцеловала... Мать, подожди. Вы вообще себе представляете, если бы у меня такое на стриме было? Вообще себе представляете, что бы было? Блять, меня бы со студии бы точно отсюда выгнали, как бы я орал. Ты представляешь, ты играешь с ссаной папкой, тут клоун стоит за углом. Страшный. А клоуны — это зло, все знают. Любила, забыла, там обычно маньяки слова, под клоунами. Опять мне кажется, что кружится моя голова. Мой маме ладно, я не права. Блять, кого-то она мне напоминает. Где-то я видел в одном фильме, в зарубежном, там на немецком все было. Я не понял, там тоже что-то, какая-то группа была, не помнишь? Там какая-то группа была, короче, потом пришли, короче, два гитариста, а там барабанщик пришел. И, короче, там все подруги ушли, как бы осталась одна девушка. Потом она думала, что, я так понял, они новую песню какую-то будут выучить. Сайт как назывался? Я не помню, как сайт назывался. То ли Дойки.ком, то ли как-то. Моя голова, мы маме ладны, я не права. Попробуй, мой, попробуй, джага-джага. Попробуй, мне это надо. Опять мне кажется, что кружится моя голова. Мы маме ладны, я не права. Вы ничего не докажете. На Порнхабе только мажоры сидят. Дойки закрыли. Помянем. Подожди, не понял. Как это, блядь, закрыли? Ха! Ну да, закрыли. Я же забыл. Я просто посмотрел в телефон, блядь. Я... Тихо. Я лайк поставил, все. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил.
И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.